Итак, друзья, всем привет! Компания Realme, главный конкурент Xiaomi, представила свой новый смартфон конкурента за $200 Realme Nerza 20 Pro. 90-герцовый экран, быстрая зарядка 65 Вт. Но не в этом фишка. Еще смотрите, процессор будет MediaTek Helio G95. Ну, а для тех, кто считает, что MediaTek это лютый отстой, вот давайте сравним со Snapdragon 730G. Очень актуальный процессор сейчас. И вот этот вот процессор Helio G95, он обходит, видите, процессор, значит, Snapdragon 730. Вот. Так что 250 баллов в Antutu против 300. Значит, то есть, представьте себе, за $200 такие вот характеристики. Ну, по-нашему, кстати, это сейчас где-то 15 тысяч рублей, а, скорее всего, когда он будет в России, будет еще дороже, чем 15, 16, 17, вот. Значит, чип объединяет 8 ядер с тактовой частотой 2,05 Гц, графический узел Mali-G76MC4, модуль 4G LTE, K12DL и так далее. Смартфон оборудован 6,5-дюймовым экраном, ну, что стандартно, Full HD+, разрешение 2400 на 1080, частотой 90 Гц, это хорошо. Яркостью до 480 кандел на метр квадрат, тоже хорошо, ну и Gorilla Glass 3+. Основная камера объединяет 4 блока, 48-мегапиксельная камера основная, потом 8-мегапиксельная и 2 мегапиксельных датчика. Селфи-камера на 16 мегапикселей, сенсор, кстати, Sony, вот, с диафрагмой 2.1. Значит, присутствует боковой дактилоскопический сканер, ну, это, кстати, тоже сейчас модно и круто, то, что сканер будет сбоку. Wi-Fi 802.11ac, значит, Bluetooth 5, порт USB Type-C, ну что неудивительно, ну и вес будет, значит, 191 грамм. Батарея 4500 мАч, быстрая зарядка, я уже сказал, 65 Вт, Android 11 с надстройкой Realme, Android 10 с надстройкой UI, Realme UI. Смартфон будет доступен, значит, 6 и 8 гигабайтами памяти, что сейчас очень популярно, ну и цена от 200 до $230, друзья. Вот такой вот выбор, ну и сейчас, к сожалению, курс не очень, да, но вспомним, давайте, когда доллар стоил 35 рублей, 30-35, и вот тогда бы это вообще было бомба за 7 тысяч рублей, представьте себе, 7 тысяч рублей, ладно, это... Так, я мечтаю. Друзья, ссылка в описании. Ну и сравнительные тесты я вам показал. Всего доброго, всем пока, до свидания.